Саламатсыздар ме кендештер, саламатсыздар ба. Футбол гүйермандары, Кыргыз Спорт ТВ каналы назарыңыздарды Кант шаарына бурмакчы. Кант шаарындагы центральный стадиону бурдук беттеши Илбирс жана Алай командасы деп айтсак болот. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдулаев жана кесиптешим Адилет Темирланов. Будет домашняя заготовка, скорее всего, так. Есть навес, низкий навес, и Арстан Кудайбердиев! Вот это да! Не успел я озвучить состава, а здесь уже команды забивают мяч и Алай. Буквально на первой минуте, можно сказать, на второй минуте матча открывает счет. Ну, конечно, здесь ошибка вратаря. С целью того, чтобы дать подпитку клубам, молодыми игроками. Главная цель Либерса не выиграть чемпионат, а подготовить хорошие кадры, которые могут уже заигрывать за другие команды. Так что в этом плане... Опа! Сюнбек Мамралиев, если не ошибаюсь. Кто же это? Сюнбек Мамралиев, на мой взгляд. Нет, это был Кадырбек Шарбеков, 55-й номер. Особенно вот эти рывки на флангах. Это, конечно, требует очень много усилий, сил и энергии. Так, Алай в атаке с правого фланга. Прострел в центр, подбор за Джоэлом Коджо. Удар! Какой удар! Давляджан Баратов, 29-й номер команды, бывший игрок Пивоваров, здесь забивает очень красивый мяч. Прям, как говорится, под перекладину. Ну, этот мяч, конечно, не берущийся мяч. Фанатов Фильберса, болельщиков Фильберса. Но, тем не менее, Ильбирс... Так, и третий гол. Ошибка, конечно, ошибка. Ошибка центральных защитников. И Джоэл Коджо забивает четвертый мяч в этом сезоне. Уже 4 мяча наколотил за 2 матча. Пятый мяч, да, пятый. Да, первый гол, да, кстати, спасибо, что коллега напомнили. Первый мяч тоже забил Джоэл Коджо. В этом матче он оформляет дубль. В прошлом матче хэт-трик. Кто остановит эту машину? Не знаю. Было неудобно, но может был же момент такой. Короткий момент, в котором можно было пробить. Все. Все, уважаемые телезрители, завершается матч со счетом 3-1 в пользу Алая, с чем мы и поздравляем болельщиков Алая. 3-1, 6 очков в 2 матчах, 100% пока что реализация.